Фестиваль волейбола среди девушек назван по имени сказочной героини «Соленушка». Он длится 5 дней. Команды все это время не только соревнуются на волейбольных площадках, но и купаются в озерах. Для них организованы экскурсии и развлекательные программы. В команде у нас 10 девочек, и наша задача обеспечить им отдых. То есть мы должны их водить по разным мероприятиям, мы должны их водить на игры, чтобы они кушали, соответственно, там, где они жили, потому что сами город они не знаем, то есть мы должны их сопровождать. Иными словами, участники фестиваля начинают каникулы на курорте, поэтому гостей в Соли-Леске традиционно много. Городской округ представляет 3 свои команды девушек-волейболисток. Они неоднократные участницы национального первенства России, международных турниров. На первой «Соленушке» девочки заняли 3-е место, почетное 3-е место, потому что вы видите очень большое представительство команд. Только из Казахстана приезжает по 12-14 команд. Сегодня девушки встречались со спортсменками из Лисовска. В упорной борьбе они вырвали победу у соперниц. Первую партию мы выиграли легко, а во второй партии расслабились и шли очко в очко. Где-то 23-25 у нас вышло. Чуть не проиграли, в общем. А так выиграли. Фестиваль «Соленушка» – призер регионального конкурса национальной премии. Его победители получают призы, а зрители – красивое зрелище женского спорта. Елена Давыдова, Владислав Горбунов. Новости дня.